Привет, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей. И это означает, что мы продолжаем обучаться различным карточным трюкам. В этом видео мы с вами будем разбирать не фокус, мы с вами будем разбирать трюк, который придумал небезызвестный Алекс Элмсли, картежник и фокусник. Этот прием называется Элмсли Кант, то есть отсчет Элмсли. Для чего он нужен, как он выполняется, вы как раз узнаете из этого видео. Давайте смотреть. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выглядит Элмсли Кант, он же отсчет Элмсли, и для чего он, собственно, нужен. То есть обычный отсчет, когда мы хотим пересчитать 4 карты, да? То есть он выглядит так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отсчет Элмсли нужен для того, чтобы пересчитать 4 карты, но вот эту перевернутую никто не увидел. Чтобы все подумали, что все 4 карты перевернуты рубашкой вверх. Как это выглядит, смотрим. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Но одна карта у нас, тем не менее, остается лицом вверх перевернута. Итак, как же делать отсчет Элмсли? Значит, для тренировки возьмите 4 карты. Одну переверните рубашкой вверх, положите ее вот второй снизу. Далее, мы делаем отсчет Элмсли. Значит, захватываем эти 4 карты, вот так вот выравниваем, захватываем их в правую руку, большой палец, указательный, средний. Начинаем с того, что левой рукой мы отлистываем одну карту и забираем себе в руку. Она у меня остается в этой руке. Дальше, я подношу за второй картой якобы, чтобы стянуть, но в этот момент я сдвигаю две карты, вот так вот. То есть у меня здесь две карты. Я сдвигаю, подношу, захватываю эти две, но вот эту первую оставляю вот здесь внизу. Эти две забираю. У меня здесь две карты сейчас. Потом я забираю третью и забираю четвертую. То есть получается, что я как будто бы пересчитал 4 карты, все они рубахами вверх, но одна из них перевернута лицом вверх. Так, еще разочек. Берем, отлистываем одну карту, подносим, сдвигаем две, забираем третью и типа четвертую. Проделав все это, мы перелистали всю колоду, 4 карты, но та карта, которая лежала лицом вверх, у нас не попалась на глаза зрителю. Тренируйтесь сначала с одной картой, потом для хорошего, так сказать, эффекта положите сюда еще две. И тренируйтесь уже отсчитать так, чтобы вот эти три карты также никто не заметил. То есть также раз, два, три, четыре. Только вы перед зрителем, конечно, считайте не медленно, а все-таки побыстрее. Раз, два, три, четыре. В общем, такой вот прикольный прием. С ним можно выполнять очень такие прикольные фокусы. Так что учите, и в следующих видео мы с вами уже познакомимся с каким-нибудь фокусом, где применяется отсчет Алекса Элмсли, он же Элмсли Кант. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Не забывайте подписываться на канал, кликайте по иконке с судном и поднимайтесь на борт. Ну что ж, до встречи в следующих видео. Пока!